Всем здравствуйте. Наконец-таки, да не наконец-таки, а доехал я до вашего Елефана, потому что столько комментариев, Елефан. Оказалось, что не совсем близко Елефан находится на Карасу, на Кулике. Вот я сейчас в кафе Елефан. Мы заказали, вот я заказал себе спец, жареные, огурчики здесь, мясо вот жареное, вот мясо есть. И заказали мы это обычное, не спец, здесь мясо вареное. Вот видите, сейчас я попробую нури какой здесь. Ну вот как вам сказать, да, тоже вкусное. Я считаю, что кукси, да, оно везде, как сказать, не может быть везде одинаково, где-то хуже, где-то лучше. Это, понимаете, каждый повар делает по-своему, например, так же как плов, да, каждые 30 километров плов другой, понимаете, там такой, так же вот как дома, когда праздник происходит, вы друг другу плов выносите и посмотрите, например, 10 соседей, 10 плов, и 10 пловов будут все разные, потому что готовят разные люди, так же и кукси, понимаете, потому что мне и это нравится, там нравится, так что, ну, я думаю, 1,5 килограмма нет, 1 килограмм, наверное, кило здесь, кило, да. Ну, здесь мочонка. Я вообще люблю вот так кушать, я люблю вот так взять. Положить лед. На улице у нас сейчас жара. 40. Если пишут 35, значит все 40. Как говорится, погода на завтра, слушайте послезавтра. Вот это вот у нас. Что это, перчик или что это? Угу. Добавим перчик. Да. Нет, это даже икра какая-то. Это вот лазадьон, все обещаю вам сделать, никак не делаю. Слушайте-ка, так, вот мы еще заказали. Так, а это вот я вам еще показывал, да, вот это вот обычное. Не спецзаказ, мясо вот здесь тоже вот. 5 кусочков, огурчики, капусточка и мочонка. Это не вареная, это мочонка. Почему-то некоторые пишут, пигоди не то. А какой пигоди должен быть? Вот оно. И вот такое же. Ну, я не знаю. Вот. Сейчас открою посередине. Вот, нормальная пигоди. Все вкусненько. Ну, что. Даже эту порцию кило я не могу доесть. Но я пришел к выводу, что кукси неплохое, вкусное. Мой оператор говорит, что оно немножко сладкое. Ну, я положил острый, да? Я с вами соглашусь, кто мне говорил про Елефан, да, на самом деле неплохо. Елефан, политодел, хороший кукси. Я вспоминаю, когда я кукси попробовал первый раз. Вы помните, 80-е, 85-е, 90-е, 2000-е годы, да, вдоль дороги стояли кафешки, вот, корейцы продавали, пельмени я туда ездил. Шикарное время было. И тогда все было на рубли. 10 рублей в кармане, и ты, блин, бог земли. Так что... Всем хорошего дня, хорошего настроения, берегите себя, пока-пока. Привет там с Елефана. Так, сколько здесь вообще? 100 ровно. Что тут здесь вообще? А что мы тут раз ели в этом политоделе, у нас 167? Ты с собой взяла? Как со своим оператором свяжешься, постоянно, вот там они что. Слава богу, с собой ничего не берется.